Всем огромный приветик. Вот смотрите, какая у нас погодка сегодня. Пошел дождь. Холодно, сыро, неприятно. Нас сегодня выписывают. Мы едем домой. Мы такие счастливые. Да, сынулька? Доброе утро. Ты выспался, сынок? Нет. Еще не выспался. Спать хочу. Ну, поспи еще немножко. Поспи, мой золотой. Вот люди с зонтиками. Вчера была Пасха, было солнышко, тепло, ветра не было, а сегодня пошел ливень. Скоро папа за нами приедет, на машине заберет нас в нашу любимую квартирку. Это вот я уже посуду помыла, приготовила, чтобы чистенькую забрать, всякие баночки, все, что нам приносили из продуктов. Сейчас тоже будем потихонечку вещи собирать. И все. В отделении уже практически никого нет. Лежит только человека 3-4 всего и все. И все. Всех выписали еще до Пасхи. Хотя людей-то было очень мало. В нашем отделении лежат только те, у кого пневмония. И все. Всех остальных, ну, у кого бронхит, ангина, ну и всех других, другие заболевания, всех положили в отдельный корпус. Пневмония отдельно. Но это в связи с коронавирусом. А так, конечно, раньше все лежали вместе. Так, ладненько, ребята, будем мы собираться. Потихонечку все складывать. И бегом домой. Да, сынок? Да. Ну все, ладненько. Давай все собирать. У нас пошел вот такой вот сильный ливень. Ветер стучит вообще по стеклам. Очень сильно похолодало. Смотрите. У нас хорошо, помыли пол, чистенько-чистенько. Пол всегда хорошо моют, чисто, каждый день. Дезинфекция. Смотрите, что мы купили. Да. Вот такие вот хрустящие конфетки с подарком. Вот тролли. Да. Тролли мировой тур. Такие. Даже есть такой фильм. Конфетки, да. В конфетках еще есть подарок. С подарком. Посмотрим, да, сынок? Угу. Какой там подарочек. Да, и у нас снова вот новый тролль. Новый Купер. Тролль. Купер. Смотрите, да. Какой прикольный у нас тролль. Вот такой. Вот такие волосы. Да, голубые волосы. Такой прикольненький. Как у него кепочка. Смотрите, как козыречек. Раз и опустился.
Вот такой красивый, да, у нас тролль. Красивый. Еще сколько тебе осталось троллей насобирать, сынок? Последний нам не нужен. Да. Король Тиролекс. Да, еще одного, да? У-у-у. Вот такого, вот, да, теперь осталось? Король Тиролекс. А так у нас уже все тролли есть, да? Да? Это у нас пятый тролль. Да, пятый тролль. Вот такого красавчика мы купили. Ну да. Так, ну давай конфетки откроем, покажем, что же там за конфетки. Хорошо. Ставь всех своих троллей, смотрите, вот они у нас тут все. Брюлик вот прячется. Это Королева Рокс, это Брюлик, это Купер, это Цветан, это Розочка. Ты прям всех уже выучил, да, сынок? Ну да, я уже их выучил. Очень красивые тролли. Еще не хватает кого? Короля Тиролекса. Короля Тиролекса не хватает. У нас на счету 2 наклейки. Еще 3 наклеечки. Мы за 199 рублей купим еще одного тролля. Что же там за конфетки? Опа. Вот, мы открываем коробочку. И вот такие тут конфетки. Вот. Ну, какие конфетки. Это магнит. Да, вот такой магнит на холодильник. Я не думал, что еще магнит. Да, есть еще и магниты. Вот такой магнит в качестве подарка. Это будет подарка на холодильник еще. Да. Ну, вот, нужно будет на холодильник прикрепить. Вот такие конфетки. Тролли мировой тур. Хрустящие конфетки с подарком. 9 конфеток и магнитик на холодильник. Теперь собираем все обратно. Теперь собираем все конфетки обратно. Да. Вот такие конфетки. Вот такой обзорчик. Да. Все, конфетки. Мы будем сейчас чай пить с конфетками. Да, да, сынуль? Угу. Вот с такими. А я пойду вот это на холодильник. Да, ну пойдем вместе. Пойдем. Угу. Сейчас магнитик мы повесим на холодильник. Открывай дверь на кухню. Ален, мы сейчас магнитик вешаем на холодильник. Ага, вешаем. Да, вот так. Все. Угу. Вот тут у нас еще есть магнитики. Смотрите, какие. У нас здесь вот много такие разных магнитиков. Там мы путешествовали. Да, там. Это вот на мы ездили. Ездили. Да, это да, мы ездили. Лазаревска, угу. Бабушка, дедушка, я и папа. Да. А это вот мы ездили в Лазаревское вот в том году. Да. С Аленкой. Мамулька, тоже. Это ты, это да, я, это папа, это бабушка, да, это дедушка, это моя сестра. Да. Это вот на Роза хутор мы такой покупали. Магнитик в Сочи. Это магнитик из Архыза. Это магнитик из Крыма, Судак. Это доченька привозила, ездила. Это доченька ездила в Донбай. Вот такой, да, магнитик привозила. Это много всяких магнитиков. Да, Олимпийский наших парк. Наших путешествий. Крым, Судак, Крымский мост. Магнитик из Крыма, Алушта, Черное море. Это тоже из Алушта. У нас разное. Это из Геленджика. Такой магнитик. Красивенький. Да, это Геленджик. Это тоже из Крыма. Владислава из Сочи. Да, Владислава, Алене. Алене из Сочи. Это вот нам из Беларуси, из Орши. Сестричка привозила магнитик. Вот такие у нас магнитики. А это вот тоже из Крыма. Алушта. Чем богаты, тому и рады. Это в Лазаревском покупали. Вот такие у нас магнитики. Вообще магнитиков у нас очень много, но мы... Может, нужно посчитать? Да ладно, мы уже повесили не все. А вот, кстати, вот этот магнитик из Санкт-Петербурга. Мы в Питере покупали. Да, когда... Санкт-Петербург. Да, когда были красивый в Питере. Да, да, классно. Так что вот такие у нас магнитики. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видео.
Ладно, всем пока. Всем пока-пока. Всем отличного настроения. Да. Исполнение... Всем счастья, здоровья, да. Не болейте. Да, это самое главное. Да. Исполнение...